Есть. Есть? А можно к вам задать вопрос? Как вас величать? Господи, Васильевич. Можно ваше удостоверение? Да, пожалуйста. Не, не имя, отчество. Игорь Васильевич. Игорь Васильевич. Такой вопрос. ГОС Игорь Васильевич. ГОС Игорь Васильевич. Начальник ГУНПП. Скажите, такой вопрос. Наскільки ми знаємо, ви були свідком того, як людину затримали. Ми приїхали. І до вас людина зверталася за допомогою. Ми йому допомогли. Ви допомогли? Ми йому допомогли. Ми йому допомогли піднятися, розвели людей в сторону і все. Після чого приїхала швидка і забрала його. Я понял, просто людина каже, що ви... Скажите, пожалуйста, это все есть у вас на бодікамере? Ні, немає. А почему? Я не проводив відеозапис. Почему? Тому що я займався... Дивіться, якщо це кримінально, от буде провадження, либо... Ну, мене викличуть, допитають. Як свідка, так а чому у вас бодікам, згідно 1026, повинна працювати завжди? Завжди. Ви от заступили, на зміну, вімкнули і все, вона пише. Попісять, поки Катя дійшли, виключили, і опять включили. Не была включена. Я понял. Вы же понимаете, да, чем это? Это вы, ну, короче, ничего, это ну, вы местные, да? Да, я понимаю, местные, да. Вообще у вас тут все печально, очень все печально. Ну, что поробишь? Як є. Що поробишь? Як є. З вашим колегою ми вже... Как Кучма, да, даже говорю, що маємо, то маємо. З вашим колегою ми вже зустрічались, ми вже, ну, десь години-дві ми спілкувались, ну... Адекватна людина, так? Нормально, да? Ну, нормально. Ну, я не знаю, якого він про мене враження, ну, яке я на нього... Я понял. Ну, от ваше тоді общення закінчилося ж без задержання, фізичного воздействия, рукопашного бою, прийому і всіх остальних. Ми нормально поговорили, без всякого, він зразу знімав, потім перестав знімати. Ну, тому що от вас, мабуть, погроз не було, якщо перестав. Интересно, почему в момент именно вот этого всего происходящего у вас была выключена камера? Вот этот самый момент именно Витя, очень сильно данному... впечатляет. Именно впечатляет. Витя, в данном случае я приехал на выклик, я занимался водием. То есть я зверял узлы, агрегаты, все вот эти ответственности. Ну это они его остановили, я так понял, газель, и а вызвали необхідності відеофіксації, ну не було зовсім. Та я ж вам об'ясняв, ви зобов'язані вмикати, воно постійно має працювати. Постійно. Ігор вас, да, зовут? Ігор, по-моєму, Ігор Васильович. Я ж Ігорю Васильовичу теж сказав. 1026. Заступив на зміну, вимкнув, і воно пише завжди. Завжди. І там в обов'язках поліцейського є не допускати розрядження батареї. Тобто, якщо ви бачите... Получається, що... повна поліцейська бездіяльність в даному случаї. Або навпаки. Людяна, що? Там все чітко прописано. Включить, слідіть, не виключать, не змінять, не удаляти, нічого. Все запрещено. От можна тільки розвести в якихось нуждах, покушати, там, либо сходити в туалет і все. В остальне время воно треба писати, як регістратор ваш, кстати. Кстати, а машина стояла так же, как мы и подъехали, да? Получается, на видеорегистратор тоже должно было быть зафиксировано. Зажигание вымыкается. И он выключил. Понятно. Нормально. Все зачищено, понимаешь? Зачищено все именно в такой хлам, что не договариваться ни до какой стороны именно. Хотя не знаю, если это Шкода, не должно выключаться, у меня не выключается. Не выключается тогда, когда прикуриватель зарядный вставлен. А оно подключено. А, у вас подключено все, я понял. Ну, шкода, 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 з відеореєстраторами мали справу. Я думаю, чому така? По регістраторам тот же наказ 1026. То же самое, включение и не выключение его. Инвентарный номер. Он говорит, что его подключили к системе автомобиля, понял? Через инвентарный номер на бодикам.
Инвентарные номера на бодикам есть, нанесены? 74. Что? Это 32 гигабайта. Это 32 гигабайта, это память. 74. Что 74? Нацарапано. Нацарапано 74. Жесть. Просто ужас. Вообще у вас тут все печально. Очень все печально. Что ты робишь? Какие? Можно, пожалуйста. Но оно вряд ли будет видно. Если можно, покажите еще раз. Не, я в руки брать не буду. Можно развернуть. Вот так вот. Сейчас. Инвентарный номер 74. Это жесть. Цивилизация. Да, а что ж дальше там, если там... Кстати, более... вот сейчас мы стоим, с вами общаемся. Да. У вас она включена? Нет. Навище вы что, створяете да мне вам... небезпеку? Я ж вам говорю, она должна всегда работать. Игорь Васильевич. Игорь Васильевич, да? Да, Игорь Васильевич. Игорь Васильевич, она должна всегда работать. А если мы сейчас начнем вас бить? Ну вот вдруг вот мы вот взяли, вот сейчас вот начнем вас избивать. Я агрессии від вас не бачу. Да, ну при чем тут? Это, ну, это в качестве, наоборот, превентивных каких-то действий видеосъемка производится, чтобы против вас никаких было... Не были правильные действия. Да, вообще у вас тут все печально, очень все печально. Ну что поробишь? Какие? Поэтому улыбайтесь, господа, улыбайтесь.